Гадарят сегодня Бога люди за хлеб, достаток, пищу и питье, одежду, обувь, кров над головою, за то, что дал так много нам всего. Да, Он достоин принять славы много за все те блага, что исходят от Него, но я хочу благодарить особо Бога за милосердие великое Его. Ведь если б не Его большая милость, то где была бы я и где бы был друг ты? И разве бы Его любовь в сердца излилась в всем мире, где так много зла, коварства, лжи? Ведь если бы не милость, разве люди смогли бы дар спасения принять и осознать свою нужду, греховность и на Голгофский подвиг уповать? А сколько раз вот эта Божья милость удерживала душу от греха, тревожила сознание и совесть, и столько часто берегла от зла. И милость вся не в том, что нет страданий, нет трудностей, потерь или нужды. Он милостиво учит нас через испытания не утерять небесной чистоты. Чтобы беспечность не вселилась в сердце и гордость не поставила свой трон, Господь проводит через путь тернистый, и в этом милость проявляет Он. Ведь если бы не милость, разве падший опять бы мог подняться и идти, и обрести опять в Иисусе счастье, и снова веру в Бога обрести? Не осознать нам всю Господню милость, хотя над нами она день и ночь, и с каждым утром, и с восходом солнца Он обновляет ее вновь и вновь. Поэтому еще стоит вселенная, и с точностью вращается земля, чтоб каждый мог услышать весь спасение по милости и по любви Творца. Лишь как люди не отвергли истину, оставив грех и скрытые дела, служили Богу с чистым сердцем, искренно, и осознали милость ту сполна. Она ведь не всегда будет проявлена, хотя наш Бог так долго терпелив, пока мы им живем и существуем, движемся, за гробом Бог лишь будет справедлив. Аминь.